Всем привет! Сегодня хочу показать, как в мое отсутствие на балконе выросли шиитаки. У меня в мешке закрытый стоял пенек. Я 2 недели был в командировке, приехал и смотрю, в пакете выросли шиитаки. Ну, отламываются сами от пенька. Вкусно пахнут. Они уже дали споры, пенек весь белый. Скоро потеплеет, и мы выставим просто на улицу, закопаем в саду в тенечке. Все, всем счастливо.